В Лондонской художественной галерее Cromwell Place открылась выставка работ Алмагуль Менлибаева и Эрбусына Мелдибекова. В экспозиции представлены как новые, так и уже известные проекты казахстанских художников, которые не теряют своей актуальности сегодня. Например, труд под названием «Трансформер» Эрбусына Мелдибекова рассказывает о маленьком сквере в Узбекистане. Мой любимый экспонат из всей галереи – это трансформер, который отождествляет Ташкент. Там в течение 100 лет монументы менялись несколько раз. Сейчас такая же ситуация и в западном обществе. Выставляться здесь очень важно, потому что иногда о вашей точке зрения не знают в западном мире. У Центральной Азии очень богатая история, о которой следует говорить. Наши авторы пользуются очень большим интересом, и художники, как Эрбусын Мелдибеков и Алмагуль Менлибаева, в очень многих музейных коллекциях. Вот, очень часто они выставляются на всевозможных биеннале, на групповых выставках. Вот, но для нас, как галереи, очень важно показывать их здесь, в Лондоне, потому что Лондон – это достаточно такая центральная точка в сфере культуры, то есть здесь сюда съезжаются люди, коллекционеры, кураторы со всего мира. Интерес к работам казахстанских авторов проявляют музеи и коллекционеры со всего мира. Например, работа «Пик Ленина», рассказывающая о горе на границе Таджикистана и Кыргызстана, оценивается в 15 тысяч евро. Уже раскупили 3 варианта из 4. Среди тех, кто приобрел картину, известный Гонконгский музей современного искусства. Это восхитительно, я просто влюбилась. Для нас большая честь принимать у себя галерею Аспан, которая впервые выставляется в Лондоне. Экспозиция просто великолепна. Организаторы сделали все наилучшим образом. Это что-то новое для меня. Особенно мне понравилась эта работа. Несомненно, моя самая любимая. Выделяется из всей коллекции. Женщина, свет и текстура – самое то, что мне нравится. Отечественных мэтров в Лондоне представляла Алматинская галерея. В Казахстане она ежегодно проводит несколько выставок в год. В них участвует около 14 центральноазиатских художников. Теперь, будучи членом галереи Cromwell Place, они смогут 4 раза в год выставлять в столице Великобритании казахстанских авторов.